сейчас гуляем по парку. Погодка такая. Погодка. Пасмурно. Народу уже немерено. Это 10 часов утра, да, 10, пол 11. Лошадки стоят. Вот такие вот лошадки сидят и стоят. А там центральный рынок у нас, если помните. А вот здесь мы покупали оптику для мамы. Очечки. Люди одеты по погоде. Какой-то непонятный. Владимир Ильич стоит у нас тут. Гуляем. Наскальная живопись. Детки катаются на импровизированной рампе. Почему-то шестицветик, а не семицветик. Какая опасность. И Машу здесь поздравляют. Да, с днем рождения. Только подписали почему-то не Маша. А Настя. А Настя какая-то непонятно. А вместо... Помните, был автобус «Ну погоди». Вместо него поставили вот такую вот кофейню. Да, автобус. Ну погоди. Фонтан, который пока не функционирует. И собачки бегают, резвятся вместе с людьми. Привет. Кинозвезды. Привет, Павлик. Привет, мой хороший. Да, Екатерина. Девочка моя. Екатерина. Мальчик. А где родители ваши? Родители, да, они шпируют. А вы гулять пришли? Или да, вы идете куда-то? Мы с Сон должны были поехать. Но сказали к вам идти. Ну, да. Мама, сегодня день рождения? Мы, да, наверное, в Мусоне будем отмечать. О, Мусон. Классно вам. Молодцы. Все вместе поедете, Мусон? Да. Так вы с утра поедете, но сейчас поедете? Да. Мы на 3 часа поедем. Так, а мы, интересно, мы капусту привезли, 3-литровый бутылек. Кому-то придется вернуться и положить ее. Таскать не будете. Кстати, да. Пойдем, я вытам. Может, вы пойдете отнесете? А вон и свита Мироновых. Остатки семьи. Что вы там принесли, непонятно. Ну, надо отнести домой, ну ладно, идите домой, скоро придете. А мы пойдем дальше гулять. Оп. Да идите, я показываю, Илюха, идите туда. Вообще, Илюха, кино снимаю. Идем гулять. А, привет, с днем рождения. Да. Очень классное кино получилось. В этом году будет матерью драконов. А я говорю, а я буду матерью, не дракона, а я драконов. Как в фильме-то «Игра престолов». И Паша дракон, и Вася дракон.
Вот Анна будет. Уровень, оп, правильно. Анна Ильич. Остальные уже стали, да? Смотрите. А пользовался хоть раз золотым сечением? Вот немножко после массажа стало немного, а тут все время... Это такая фигня. А то, видишь, все разогнули. Мы не пахнем. А чтобы вязать, нужно ниточку же. Вот оно, смотри, помогает фотографировать, видишь, вот. То есть ты выбираешь, допустим, вот надо сфоткать маму. Вот в этом в золотом сечении. А, я понял, да, есть такая. Чтобы красота была. Во, вот так вот, видишь? И типа все дополняет. Чего такое? Да. Вы так только не нашлитесь, так чтобы не спать. А я стала подсветить футболку, она еще снять. Ну там обошлось, слава богу. Не повезло, что было.